Игорь, с победой, ну и для начала комментарий по этому матчу можно. Да, такой, как бы, можно сказать, летний хоккей, потому что давно не играли, месяц, я вообще полтора не играл. Поэтому так, немножко так, тяжеловато было сегодня. Ну, для вас лично, вот после травмы, как были ощущения на льду? Ну, первые сменки тяжело, потом вроде вкатился, так, ну, уже более-менее почувствовал игру. Но сегодня, наверное, победить было все-таки не важно. Да нет, почему важно, и уверенности все равно добавляет, соперник серьезный, поэтому играли на победу. Послезавтра игра будет другой? Да такой же, я думаю, что будем играть на победу также.